дорогие китайские друзья! Спасибо за вашу поддержку России и российского павильона в частности. Она цена как никогда раньше. Будем помнить все хорошее, что случилось до, и не забудем трудное сегодня. Это неподдельная дружба. И ваши искренние намерения дополнительно мотивируют нас сейчас лучше работать. Но я прошу проявить терпение и понимание, если скорость получения заказа будет чуть дольше обычного. И также прошу делать покупки обдуманно и рационально. От имени российского национального павильона примите слова благодарности и низкий поклон за ваше неравнодушие и внимание. Се-се, тадзя. Спасибо огромное.